Особое внимание детям. Под этим девизом прошел праздник в детском саду номер 127. Это Дзержинский район. Для юных жителей своего округа его устроил депутат муниципалитета Андрей Лихачев. Добрую сотню ребятишек развлекали ростовые куклы театра «Веселая затейка». Такие мероприятия депутат планирует организовать и в других детсадах. А финалом станет большой общегородской детский праздник. Мы часто проводим праздники своими силами в детском саду. У нас бывают очень часто развлечения, олимпиады. А сегодня мы обратились к Андрею Вячеславовичу Лихачеву. Он любезно согласился нам помочь и поддержал нашу инициативу. Вот. Мы очень благодарны. Я надеюсь, что будет праздник очень веселый. А мы будем просто рады. Сегодня очередное мероприятие, которое мы проводим. Мы будем проводить в дальнейшем в детских садах, и не только. Для родителей, детей, которые, ну, в общем-то, отдыхают и водят в детские сады. Такие праздники не часто проводятся у нас сейчас в городе, поэтому, ну, вот как бы надеемся, что настроение будет отличное и у детей, и у родителей.